И еще о культурных ценностях. В нашем обществе нередко разгораются дискуссии по поводу того, кого из видных политических деятелей или представителей культуры, науки, искусства стоит увековечить в первую очередь, а чьи монументы и вовсе лучше убрать с тех мест, где они когда-то были установлены. Да, действительно, в разные исторические эпохи появлялись свои герои. Кто-то запечатлел свое имя в веках, а кого-то уже почти позабыли. Мы решили спросить у тверитян, кого бы они сегодня увековечили в бронзе. И кто из великих людей должен быть удостоен такой чести, за какие заслуги и таланты. И вот что нам рассказали горожане. Я замечал, когда, допустим, по Твери гуляю, что некоторых фигур, которые стоят в памятнике, я, честно говоря, не очень хорошо с ними знаком. Ну, нет, понятно, допустим, там какой-нибудь Ленин, Дементьев, Салтыков-Щедрин, это понятно. Но, например, есть вот около ТВГУ памятник художнику Зверькову. Вот, пока памятник не поставили, честно говоря, я не знал, кто это. Вот, и мне кажется, какой-то из основных принципов, которым можно руководствоваться, это просто банально влияние персоналии на, может, историю региона. Если все этого человека, грубо говоря, знают, то вот ему памятник поставить, потому что он играл какую-то роль. На мой исключительно субъективный взгляд, это должен быть человек, который оставил след в истории, тот или иной, на определенном развитии общества. То есть, на мой взгляд, именно так. Не важно даже какой сферы. Ну, я бы не сказал, что это актер должен быть, наверное, не политик точно, хотя кто знает. Главное, чтобы какой-то след, который вот действительно запомнился. Пушкин у нас есть. Не знаю, Горького, Гоголя. Вот мне очень нравится Гоголь. Я как бы фанат Гоголя. Я бы хотела, в принципе, вот увидеть его памятник. Да, вот этот вот вариант рассматривала бы. Да, интересно было бы. Ну, просто не так вот, чтобы лишь бы поставить для галочки, да, чтобы привлечь туристов каких-то, еще что-то, а чтобы действительно это было, ну, какое-то событие, да, отмечено. Это каким-то образом связано с нашим городом. Ну, конкретно сейчас я не могу сказать. Вот просто лишь бы кому. Ну, вот памятник, например, здесь, Михаилу Кругу. Ну, как бы, это не по моему вкусу. То есть это не та личность, которая может быть примером для поколения. Но мы больше приехали посмотреть Михаила Круга. Он достоин человек, мне очень нравится его песня. С моей точки зрения, это выдающиеся люди, которые заслуживают на самом деле, чтобы их ставили в центре города. Тех, кого хотят видеть обычные граждане. И также не забывать про ученых, благодаря которым наша страна в данный момент развивается и идет на пик своего величия.